всем привет! Вы на канале Черное море каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Обязательно подпишитесь на мой канал в Ютубе, заглядывайте в Инстаграм, ссылочка в описании к этому ролику. И смотрите на Черное море каждый день. Мы продолжаем. Сегодня у нас 24 августа. На улице облачная погода. Море спокойное. Водичка прозрачная. Люди купаются, загорают. Время 3 часа дня. На улице достаточно тепло, я бы даже сказал, жарко. Температура воздуха где-то 28-29 градусов тепла. То есть, несмотря на такую погоду, очень приятная температура для купания и лежания на пляже. С моря дует небольшой ветерок, я бы сказал, даже штиль. Какая погода у нас сегодня? В общем, если хотите смотреть на Черное море каждый день, то обязательно подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой Инстаграм, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока!